Ну, кто почему мастер, тот тем и занимается. Ребят, там злой командир стоит в пачке. Похуй. Где напротив его звездопадом? Сейчас все будет, смотри. Заебись. А ты посмотрел, где я стою еще, да, специально? Не, я просто старфол нажал. Моя сова, моя старфол. У меня кнопка на весь экран. У меня кнопка на весь экран входит. Чтоб не промахнуться. Все, это сова танчит. Как тебе, как тебе такое? Нормально. Меняет дело. Буду знать, на кого кидать. Грибами обкурился, выписать нормально не может слово. Кстати, Ген. Ну? Нас вчера гриб к себе домой сумонил, Варгримар. В смысле? Там, знаешь, там, где эти недра стоят, или как он там называется? Там грибушки? Там ему есть продавец грибов. Там есть продавец грибов. А в соседней палатке там чисто такой, знаешь, ритуальный круг. Черч. И гриб говорил, что это его дом. А ты грибные места знаешь? Знаю, спор Регар. Да я у гриба спрашиваю. Гена, знаешь, как сломать гриба? Прокачай репу со спорригаром до максималки. Ну, у меня неприязнь. Совпадение не думаю. Совпадение не думаю. Ну, гриб, сори. Вот, Дэл шарит. Тупо зов у него гриба, короче. Царь. Не, у меня есть, короче, вот такая. Лапу, да? Пожалуйста. Скраби. Чудовищный гриб. Можно в горн думать, пожалуйста? Пока очнулся. Горите в огне хозяина! Иди сюда, Герка. Иди. Во, по красоте. Я топовый кош прожал. Мне похуй. Крещийся морозный гриб. Покойник, ты же знаешь, я там... Ева, хватит передумать своих коня. Кто первый танчит? Клад? Я уже имя ему дал. Клотва. Ну вон, видишь, на коне сижу. Гена, у тебя нет второго меча. Второго меча?
Бля, по факту. Рейндж сразу. Девяносто три, та ладно. А ты видел, где квест? Где у меня 99 же. Где Геральт грибов накурился, и плотва разговаривала с ним. Да-да-да. Я этот квест сделал. Там дополнение. Ну, кровь из ног. Очень трешовый, кстати, квест. Жена, она как бы с дебафом, а ты ко мне прыгаешь. Ну пох. Салак сове. Не прижимайся. А где там где? Ген, у вас там этот, как называется, сезон размножения не начался еще? Мы спорами размножаемся. Савины. Зачем редкий вид грибов пугаете? Женя, красиво, ложи под меня. Да. Да, я нахер меня. А я буду танком. Без вас я бы долго не продержал. Ко мне плотва. И теперь, когда буду садиться на коня, сейчас макрос сделаю. Шевелись, пластмасса. А когда будешь слазить с маунта, отдохни, плотва, да? Отдохни. Ага. Идеально. Так ты ренейм сразу, ебани себе. Геральт из Риви? Нет. Геральт из Сови. Герван. Короче, бегаю по... Бегаю, короче, по Гримару уже, блядь, все на... Хуярят. Чё хуярят? На лисах бегают этих. Ты зацени шамана моего. Вот. Не, лиса хуйня, вот конь заебись. Конь, ты слышал? Ты заебись. Господи. Кстати, да, вот есть. Бля, как прикольно наблюдать. Челика на крутом, ну знаешь, такой хороший, офигенный маунт, да? Челик седьмой каты там, блядь. Короче, 189-й item level, блядь, только поутал, наверное, блядь, выролил сундука маунта, такого охуенного, и бегает, блядь, зеленый на крутом маунте. А вдруг этот твин, блядь, и ему там за лоялку или за эту хуйню дают? Ну, это как некоторые девушки одеваются на рынке, а зато сумка откусут. У челика седьмая ката, нету випки, нету премиума даже. Это сумка Шанель, это сумка от Гуччи, да? Да. Там челик бомж. Если бы у кого-то был такой твин, там хотя бы уже были 200-е item level. У Ешки. У кого-то был протовар. Вара не там. А так одни бомжи сейчас. На форуме напишу дезерону. Скажу, блядь, заебал. Сделай, блядь, нормально вторую фазу. Сделай нормально протовар МКД, нашивай одну минуту. Блядь. Ко мне плотва. Нихуя, блять, вообще. Столько урона залетает, что охуеваешь просто. Ну, когда смотришь информацию о смерти, такое ощущение, будто ты танчишь просто Алара. Блин, Матеола есть символ на омоложение? Нету. Ну, похуй. Оптимистический. После РТ пойдем в РС обычку, про товар будет танчить. Можно, не надо. Гоя в сове по танк. Желающие. 22.00. Можно, не надо. Так а зачем про товару еще рейд? Он же в соло все может. Да в два измерения раздваиваться. Сейчас объясню, чтобы им восхищаться. Я-то думаю. Вары, не танки. Мы, кстати, Вага, слышь, пойдешь в два про товары и ебанем, вообще изи будет.
Дискорд красиво кто-то кричал, да. Это чисто этот крик на АП, да, был? На ХП. Ладно, у кого этот сосист есть? На ХП там другой крик должен быть. Кунген топовый протовар. БКшник. Кунгар, может, да? Кунген. У тебя сосист собрать или что? Ну ты не в рейде. Никто не рулит. Бага, дай кулаки, аковатка. Все все знают, все были уже тысячу раз. Да, ну пуляй тогда. Силан, скажите еще раз, пожалуйста. Ковад есть на блять, как он называется? На танков вас. Ну, свет надо. Кто остается? Ну, как Леха говорил, Элбрил, Гена и Джонни во тьме, вы втроем в свету. Кто выходит на вторую фазу? Это я слышала. Адмирал пускай зайдет. Окей, я пускаю. Ну только не обошли. Ну, можно еще, чтобы зашла Метеола, но... Полин, сам я смотрю. Лучше не надо. Четырем прохилить. Нет, главное, чтобы ДЦ зашел. А так похуй. Че, я так же смотрю, да? Главное, чтобы потом ДЦ вышел. Адмирал, только через портал, а не через лезвие. Okay? А что там по ДЦ? Кто там в свету? По никам скажите, кто в тьме, кто в свету. Во тьме Элдрил, Джонни, Геф. На вторую фазу сейчас зайдет Адмирал. ПДД можешь сказать? И выйдет через портал. А что, первая пати во тьме? Все как обычно. Забыл, где стоять, сука. Тут вроде, да? Пусть будет так. Я не могу атаковать. Адмирал. Адмирал, заходи быстрее. Да. У меня уже ЕПГБ был открыт. Адмирал метка. Кава, ты спасибо. С моей стороны зайдешь, то он у тебя не сдвинется. Ясно. Лужа огонь, аккуратно. Встаньте в одну точку. Неликс. Перебежали. Меликс. Добивайте. Заходим. Ютси. Хорош, если чё. Лезвие сейчас будет, начинаю крутить. Так, я в свету лет сто не бываю. Крутимся. Ян, пару Грип. У меня пусть мана триггинс. Грип. Что по процентаж просит? 57. 57.
А вы что, 3 хила в цепи остались? 54. Скоро фазу стопнить. 53. Все, лезвие скоро. 52. Женя. 51. Я не понял, я во тьме или в ту? Выйдешь в свет, адмирал. Ей тут 2 хила останется. 3 здесь. С нами еще Женя. Перечисли хилов в тьме. Блять, Джонни, Гевка, Элбрю. Под хвостом выходить. Мы отступим. Куда надо писать такую хрень, что вихрь свету не работает у армса? Можно потом. Метеор, бак-репор. Нет, стоп. Долорус. Отрыш сыграли. Заберите маленький дамаг по нему. По два. Айлбрил. Гриб, выйди. Гриб. Бабл. Ах, дай. А что там по герам? Рано пока, наверное, 20 лямов будет. Мабарищ. Гриб. Большого. Мама, двигайтесь. Бегите. Перебежали. Мама. Заебал. За двор. Джонни, Джонни, припотей. Дайте Геру во тьме. Да, может Геру. Ты чё, рохл такой? Да, Элбри умер. Я так-то не понял. Не надо. Алтас есть. Забейте. Алтас отдай. Бля, свет, аккуратно, 30%. Неликс. На 50 можно. Все. Ляму, вот, все как бы. Все, не закудал, заебись. Давай в рейд поворачивай. Изи. Ебать, вот это протовар, вот это я понимаю. Откажитесь. Чеха. Что за прикол за нет? Нет. Я у этого нужны ботинки. Че, меня зовут? Ой, какой лут. Я вообще не видел на себе ничего такого. Ток-ток чех полезно. Сейчас подумаем. Я хуй знаю. Блин, слабик. Горелев Б после Хэнки. Пускай он будет. У тебя Салара топ. Да, у нас в принципе у БРС нету. У БРС 22.00, если что, повторяю. О, видите, я же говорил, все заряжено. Быстренько зашли, закрыли. Чё, ЗС? ЗС? Пошли, ебанём внутри. У нас арты так закончилось. У кого остальное лут? Можно обычно. У Ваги. Как ты сейчас? Две у Ваги, одна у тебя. Если хотите, можно на время РТ, если хотите, можно в 22.00. Вага, кинь на ролл. Как Лёха скажет. Ещё в очереди. Стоит или не стоит? Вот можно за час ЗС-ку, пол ЗС-ки убить. Пойдём? Да, по идее мы туда полчаса будем только лететь.
Да ебать. И Вань, тебе не нужны? Тоже. Там до первого босса, да. Ладно, идите пока первый квартал убейте. Да, рольнул. Пускай. Да, го, цел. Куда? Забирай. Целка, идите первый квартал убейте, еще и... Ну, благо, давай дальше. Мне там целка, по-моему... Кем я был? Ботинки. Нет, а вам не нужны? Не да? Варом, да, в целка? На оф-спек роль, цитап. Забыл уже.